Этот эффект создается из обычного листа бумаги без клея и скотча. Смотрите, как так? Я когда первый раз увидел эту загадочную конструкцию, я обалдел. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Итак, складываем лист пополам. Вот так вот. Дальше делаем первый надрез. Делаем в середине листа. Вот таким вот образом. Потом делаем второй надрез. Вот так вот. И третий надрез. Вот таким вот образом. И теперь самое главное. Смотрите внимательно. Нужно вот так вот вывернуть лист. И вот перед вами загадочная конструкция. Если понравилось, ставь лайк и подписывайся.